Короче, пацанчик затащил. Давайте ему выделим этот. Выделим. Дариан Хонор. Хонор. Тут, правда, нету, знаете? Короче, я не очень понимаю вот эти вот все три идиотских. Как это? Ну, Хонора, я не знаю, как Хонор по-английски, типа, блин. Что там, что. То есть по-русски будет. Типа что-то заслуги, я даже не знаю, в таком духе. Смотрите, френдли, он дружелюбный был. Уже дружелюбный, ну какая-то глупость какая-то. Что он там? О, привет, Дарин, я твой фанат, а то я должен всем френдли раздавать. Ну какая глупость. Дальше, helpful. Ну, в принципе, он helpful, я даже не знаю. Тут подразумевается, что он помог тебе узнать что-то о Лиге Легенд. То есть он такой, смотрите. А ты знаешь, что твой ультимейт стирает противников? А ты знаешь, что твоя Ешка богоедет Малфита ульт? Блин, такого тоже не было. Так что... Teamwork. А вот тут вопрос, как бы... вообще, без тимворка можно выиграть эту игру? Как я должен понимать, что... Достаточно... Он проявил достаточно тимворка, чтобы я его захонорил? Как бы, это такая глупость. Вот риоты просто ввели какой-то фло. Надо просто делать, я не знаю... Как бы закэрил. Согласен, вот, блин, там он убивал, ну как бы он фигарил рядом, у него 19 вот киллов. Вот он закэрил, вот я бы мог ему выдать. Но где такая хрень? Где такая херня вообще у него? Где такая опция? Почему, блин, такой опции нету? Почему в, например, в репортах, какой-нибудь репорта, там, вот этого, например, пацана, нету такой опции на фидел? А почему какая-то international feeding? Да я хер знаю, что он там international feeding? Что он там, в другой стране, что ли, фидел? Я не понимаю.